Друзья, всем привет, с вами Кира Штафун. Сегодня хочу поделиться с вами радостью нашей. Мы за выходные, за 2 дня нашли себе прекрасное жилье на острове Бали в Убуде. Сегодня я вам его покажу. На самом деле искать дома — это одно из интереснейших занятий, потому что мы просмотрели столько интересных вариантов: двухэтажных, одноэтажных, с бассейном, без бассейна. И каждый дом, наверное, отдельное произведение искусства. Вот. Мы очень довольны, что мы нашли для себя очень подходящий вариант, потому что здесь дом... Сейчас вот темно, но я записываю уже вечером, практически ночью мы переехали сюда. Лужайки здесь. Достаточно большое пространство. Зеленые лягушки здесь водятся. И вот непосредственно как выглядит весь дом. Крыша абсолютно вентилируемая, продуваемая. То, что нужно, обязательно нам нужен воздух. Такая теплая балийская, практически уже ночь. Сейчас я вам покажу, что здесь есть внутри. Кухонька, вот прихожая, стол, стульчики, сушилочка обязательно. Вот, и, видимо, персональный кабинет для моего мужа, персональный стол, скажем так, рабочий. Вот кухня у нас тоже полностью обустроена, есть холодильник, вода, вся необходимая посуда, сковородки. Вот сегодня мы уже закупились арбузом и продуктами. Сейчас на вечер, видимо, арбуз мы съедим. Так, ну пойдемте в спальню. Большая, очень классная, красивая кровать. Сейчас я включу свет здесь также. Вот в таком стиле красиво оформлена крыша. Вот трюмо для меня. Вот небольшой диванчик также есть, очень удобный. И возможно, я еще запишу видео утром с кровати. Здесь открывается вид на франжипани, на зеленую лужайку. И ванна, конечно, заслуживает особого внимания, потому что, на мой взгляд, тоже просто шедевр. Здесь есть все для необходимого комфортного проживания. Соответственно, сама ванна новенькая, красивенькая. Вот здесь у нас зеркало, умывальник и, как всегда, душ. Прекрасный душ под открытым небом. Слышно, как поют сверчки. Вот также сушилка, здесь есть корзина для белья. В общем, дома продуманы до мельчайших подробностей, скажем так. И можно ни о чем не заботиться. То есть посуда, какие-то корзины, какие-то подушки. Все-все есть. Именно в таком стиле, в таком варианте мы обычно снимаем дома, чтобы все было. Вот она, крыша вентилируемая. Так, сняли мы этот домик за 5,5 миллионов рупий. Торговались. Сначала он стоил 6. Кстати, отдельное заслуженное качество этого дома. Здесь огромный интернет, очень высокий скоростной интернет. 7 мегабит, да, и на отдачу, по-моему, около 3, да? Это невероятно, на самом деле, для Бали, для Убуда. В прошлый раз мы жили там, в доме по соседству, где было примерно 2 мегабита. Вот сейчас мы нашли даже больше. Вот, поэтому на Бали хороший скоростной интернет, вполне возможно найти, и мы это доказали. Также мы видели прекрасные двухэтажные дома, очень красивые двухэтажные дома за 8-9 миллионов.